села батарейка, ой-ой-ой, батарейка. Актуальную у далечыні ад цывілізацыі песню 17-гадовая гітарыстка спявае разам з тымі, каго яшчэ учора не ведала. Лідзія Гардзіевіч, лідар у маладзёжнай арганізацыі БРСМ і актыўны валанцёр у Высокаўскім каледжы. Таму і ў школе актыву, якую наведвае ўпершыню, адразу ж праявіла лідарскія якасці. Я обратила внимание многих на себя с помощью того, что играю на гитаре. Сюда я приехала для того, чтобы как-нибудь больше себя как бы узнать, то есть пообщаться с людьми, то есть смогу ли я налаживать контакт с разными людьми. 40 хлопцаў і дзяўчат ва ўзросце ад 14 да 17 гадоў з розных куткоў Брэсцкай вобласці. І ўсе лідары. Яны ўжо кіруюць у маладзёжных структурах піянерскай арганізацыі і БРСМ. Это либо командир волонтерского отряда, либо председатель совета дружины, либо секретарь первичной организации БРСМ. Ну и потом эти наши ребята продолжают свою лидерскую деятельность уже на предприятиях, организациях. То есть мы уже с ними встречаемся, знаем, что вот они наши. А каб удасканаліць лідарскія якасці, праверыць сябе на стойкасць, удзельнікі школы актыву на 3 дні сталі бліжэй з прыродай. Замест сапраўдных дамоў палявыя палаткі і амаль поўная адсутнасць звыклых гарадскіх атрыбутаў, на першы погляд. Унутры ж некалькі ложкаў, працуе кандыцыянер і нават ёсць тэлевізар. Усё, каб маленькім лідарам у палявых умовах было камфортна. Пляцоўка для лагера – ваенны гарадок 38-й дэсантна-штурмавой брыгады. Дарэчы, і самі дэсантнікі дзеляцца вопытам службы ва ўзброеных сілах з моладзю. Для них будет продемонстрирован показ всего вооружения и военной специальной техники. Целый ряд занятий по тактической подготовке, по инженерной подготовке. То есть будет продемонстрировано все то, чему обучают и в армии. У трехдневной программе кирмаш молодежных проектов. Мы выбрали космопарк тему, потому что мне кажется, что это как бы активный отдых. И специальный тренинг по лидерству. Лидер – это человек, который может, во-первых, собрать команду, который может эту команду на что-либо настроить. Усё, каб на прикладах зразуметь, что лидер не той, кто керуя, а той, кто вяде за собой. Владислав Бондар, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».